говорят, вы же хотите стать... Да, вы знаете, за что убили... Держите марку. За что убили Людовика XIV Солнца? Знаете, за что его убили? Давайте об этом потом. За задержку стакана. Очаков ТВ представляет. Добрый вечер. Здравствуйте. Сергей, меня зовут Ставрополь. Я Владимир, город Очаков. О, кстати, вот географию знаю хорошо, но вот что-то сейчас попутал в рамсле. Очаков это где? Очаков это Николаевская область. Американцы базу строят, это известный город сейчас в Украине. Ну это... Еще раз, какая область? Николаевская. Это Черное море, недалеко от Крыма. Все, понял. Это, грубо говоря, между Николаевым и Одессой. Все, вспомнил. Угу. Не дурак, географии чуть-чуть разбираюсь. Да, просто вот. Ну, вот американцы строят базу свою и, ну, как бы... У вас? Ну, конечно, в Очакове, да. Ну и что, вам нравится? Ну, конечно, нравится. Это защита от вашей агрессивной страны, конечно. А, то есть вы поняли, с кем вы разговариваете? Ну, а что тут понятно? Вы же россиянин. А с чего вы взяли? Ну, у вас написано «Россия», как с чего? А. Более того, вы же сказали, из какого вы города. Вы что, забыли уже? Да. Ну, я шучу. Тогда давайте начнем диалог с того, что я сегодня выпиваю. Ну, это святое дело, конечно. Я хочу выпить. Вы знаете, не чокаюсь. За Россию давайте, я поддержу. Нет. За сегодняшнюю Россию, не за Россию даже, за сегодняшнюю российскую власть и за народ, который ее поддерживает, не чокаюсь. Давайте. Я поддержу. Я надеюсь, вы шутите. Нет, я абсолютно серьезен, кстати. Ну, тогда вы сумасшедший человек. Нет, абсолютно нет. Более того, я вам скажу, я сам... Может, тогда послушайте меня? Подождите, давайте выпьем, не чокаясь, а потом послушаю, давайте. Ну, чтобы мы тост завершили уже. Может, вы не будете меня перебивать? Мы же с вами на «вы» все-таки. Да, давайте, выпейте и не перебиваю. Вы же те люди, которые вот об этом все говорят, вы же хотите стать... Да, вы знаете, за что убили... Держите марку. За что убили Людовика XIV Солнца, знаете, за что его убили? Давайте об этом потом. За задержку стакана. Выпейте, и потом будем говорить. Ну, это все. Я же говорю, вы же себя хотите позиционировать. А я хочу выпить, знаешь, за что? Да мы уже... Нет, тост уже мы обсудили. Выпейте, а следующий тост будем обсуждать дальше. Давайте. Нет. Я пока что за тот тост, да, за тот. Я еще не выпил и с вами говорю на «вы». И я с вами говорю на «вы» тоже. Перейду на «ты». Не, на «ты» не надо. Вы будете меня оскорблять и матом ругаться, не надо. А, ну извините. Тогда будем на «вы». Да, давайте выпейте, а потом второй, между первой и второй перерывчик небольшой. Да, давайте. Давайте. Я хочу выпить за пацанов, которые погибли в неправильной войне. О, согласен, давайте. Это как алаверды к моему тосту, давайте, согласен. Пацаны, которые погибли, защищая свою родину от агрессоров в неправедной войне. Пусть земля им будет пухом. Согласен с вами. За украинцев, да. Вы знаете, продолжим общение на «вы». Знаете, я вам так скажу. Я когда родился в этой стране, и я даже сейчас, когда вот этот конфликт между нами возник, а я поднимаю свои старые видео. И такой вопрос. Даже мне задавали вопрос.
А что ты сделал для Украины? То есть ты утром просыпаешься, и тебе задают вопрос, а что ты сделал для Украины? Так. Этот вопрос задавали... Ну, то есть такой вопрос существовал. Я даже сейчас не об этом. Давайте так, я сейчас не об этом. А о чем? О другом. О чем вы сейчас? Я сейчас о другом. Я сейчас о том, что вам немало лет. И мне немало лет. А вместе нам, намного еще больше лет, понимаете? Да. Да. Мы прожили... Это очень ценное замечание, да. Мы прожили жизнь. Я не знаю, Библию вы читали, нет? Я еще далеко ее не прожил. Если вы свою прожили, это ваше дело. Не суть, я вопросы вам задаю. Вы Библию читали, нет? Читал, да. Какую? Ветхий Завет или Оба. Новый Завет? Оба. Оба завета прочитали? Да, да, ну то, что... До сих пор не понял. То, что прочитал, сказать не могу, но читал и... Ну, да. Ну, читал и что-то там бывало. Не суть вопроса. Вопрос в другом. Вы знаете, я прочитал Библию, я прочитал историю. Да, я живу в России. Да, я понимаю, что для вас мы агрессор, потому что так получилось. То, что, знаете, вот как, например, взять, и вот я живу в Ставрополе. Ставрополь – это большой край, Ставропольский край. И если, например, будет конфликт в России, Российской Федерации. И начнется дележ. Российской Федерации напополам. Да, 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 да. Ну, давайте, к примеру, возьмем. Да, 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 да. Не, ну не если даже, а когда он начнется, тогда Ставрополь будет отделяться от России. Правильно я понимаю? Да. Я скажу, вот Ставрополь. Для меня что важно? Вот моя семья, вот мои предки, вот мои родственники, вот чеченцы мои братья, вот дагестанцы мои братья. Я хочу с ними жить, с ними существовать и общаться. А с русскими вы хотите жить, с россиянами? А я русский. Так. В смысле? Ну а дележ начнется страны на кого и кого тогда, я не понял. Слышишь, дружище? Ну подождите, мы же на «вы» говорим, вы переходите на «ты». Зачем? А, да, извиняюсь. Хотя я шучу, вы можете со мной говорить... Слушайте меня. Можете со мной говорить на «ты», я не возражаю, да. Для меня нет... Я ж вам и объяснил. У меня 1000 друзей чеченцев, 1000 друзей дагестанцев, 1000 друзей узбеков, чуваши. Во всей России и в Украине, я вам больше скажу, у меня 1000 друзей. А киргизов есть у вас 1000 друзей? Конечно. Вон оно как. Конечно. А знаете, даже вопрос не в том, у меня... Американцев нету 1000 друзей, но я готов их завести. Ну, нормально, пацанов. Ну, понятное дело. У меня вопрос к вам другой. Вы реально считаете, что вот это вот в Донбассе, которая была война, вы реально считаете, что это война между Россией и Украиной? Во-первых, она не была... Во-первых, не в Донбассе, а на Донбассе. Во-вторых, она не была, а есть. Да, ну, извините, да, мы русские с вами, украинцами, чуть-чуть вы... Да, я вас поучу русскому языку, я понял, нет. Я понял. Я шарю, я... Да, да, я буду вас учить русскому языку, не переживайте, по ходу дела. Да, извините. Да, пожалуйста, извиняю. Так вот, на Донбассе война не просто была России с Украиной, она и идет до сих пор. Не хотел вас огорчать, вы знаете. Она идет и сейчас. Вот прямо сейчас идет. Убили ваши убили еще одного украинского защитника. Вот. Царство ему небесное. Да, согласен. Убили вот буквально людей, позавчера, по-моему. Царство небесное. Угу. Погибших. За воинов особенно. Ну да. Ой, слушайте, что-то эхо появилось у вас. Что вы сделали?
Эхо пошло от моего голоса. Нет, эхо пошло от моего голоса. Ну, ФСБ послушает. Вы трогали свой... О, все, прекратилось, давайте. Все, я понял, говорите. Я вас сейчас слушаю. Да, я вам ответил, что война и была, и есть между Россией и Украиной сейчас на Донбассе. Она идет, да. Ну, подождите, я вам задал вопрос. Вы реально считаете, что... Реально, да, реально, я так считаю. Вы сами участвовали в этой истории? В войне нет, не участвовал в этой. А в чем вы участвовали? Почему вы так думаете? Ну, я опираюсь на авторитетные мнения международных организаций. СМИ? Нет, не СМИ. Еще раз повторяю, авторитетные мнения авторитетных международных организаций. А для вас, знаете, для меня авторитет это мой брат, это мой друг. Из ваших друзей, близких, родственников или знакомых кто-то там участвовал? Друзей моих знакомых, да, участвовал, более того... Хотя бы один человек, да. У вас есть? Да, есть. У моих знакомых есть, да, есть друзья... Просто у меня таких нет. Да, у меня есть. У меня через моих знакомых есть друзья, которые сейчас против вас воюют. Нет, лично не общался. Вживую. У меня таких нет. А я бы хотел пообщаться. Хорошо, давайте... Слушайте, подождите. Сейчас какой-то пьяный базар. Если у вас есть какие-то конструктивные вопросы, давайте поговорим. А вы мне сейчас что-то типа... Вмазали, а поговорить, блин, и ни о чем мы сейчас разговариваем. Давайте так. Я честно признаюсь, я пьяный, я выпишу, и поэтому в этот чат вошел сегодня. Ну вот, я думаю, по этому поводу мы с вами... Я понял, я думаю, мы по этому поводу с вами распрощаемся. Мне не нравится говорить с человеком, который просто выплескивает свои эмоции, разговор ни о чем, понимаете, он не интересен. Согласитесь. Я не буду с вами спорить. Вам всех благ, вашим детям здоровья, жене и вам всех благ. Вашей стране поскорее развалиться, да, и отдать наши территории украинские обратно. Это я тоже вам желаю. Я вам именно это желаю. И так оно и будет, кстати. А вы мне можете желать что угодно, это ваше дело.